Минсельхоз России предлагает предоставлять субсидии на обучение и привлечение профильных специалистов на предприятия в сельхозотрасли. Проектом предполагается внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Правила распределения субсидий должны вступить в силу уже с 2025 года, одновременно с запуском нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В нем предусмотрен федеральный проект «Кадры в АПК».